Панорама музыки композиторов Дагестана. Вечер хоровой музыки в рамках 2-го республиканского фестиваля прошел в Малом зале Русского театра. В концерте приняли участие хоровые коллективы школ искусств, музыкального училища и Дагестанского государственного театра оперы и балета. Прозвучали композиции известных дагестанских авторов. Возрастных ограничений для участников не было. На одной сцене выступили уже именитые артисты и те, кто только начинает свой творческий путь. Говорят, что схема, мы лишь говорят, где же мы шли, русские.